Привет, дорогие братья и сестры! Недавно мне позвонил один человек и с переживанием рассказал о своем здоровье. Начало очень сильно подниматься артериальное давление. Я спросил, может быть, питание неправильное или, может быть, волнение. Этот человек мне сказал, что посмотрел новости и очень напугался войны. Теперь плохо спит и давление постоянно поднимается. Вот я рассказал этому человеку об Иисусе Христе, о том, что надо верить, и Иисус Христос дает прощение, мир, покой в сердце, и давление может унормализоваться. Вот, и сегодня очень обширное вот это информационное пространство, и много негативной информации витает в воздухе. К сожалению, много людей сегодня питаются с этого стола, который дает мир. Вот, и сегодня я понимаю, что мы как церковь должны возвысить свой голос и говорить истину этому миру, говорить истину с любовью о том, что сделал Иисус Христос для нас. И в Откровениях сказано, что верующие люди победили дьявола кровью Агнца и словом своего свидетельства. И вот кровь, пролитая на Голгофском кресте, и то, что сделал Иисус Христос в нашей жизни, мы должны сегодня рассказывать людям, которые окружают нас. И притча 18.10. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Мы находимся в безопасности в этой крепкой башне. И хочется, чтобы мы сегодня возревновали о том, чтобы звать людей, которые сегодня в панике, в сомнении, в страхе, в эту башню. Пусть они укроются вместе с нами и будут под защитой Господа. И Исаия 60 глава с 1 по 3 стих. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». В последнее время сказано, что мрак покроет землю и тьма народы, но над нами воссияет свет. Над церковью воссияет свет Господень. И сегодня церковь – свет этому миру. И мы сегодня в этом мраке должны светить и возвышать свой голос. Возвышать победу Господа Иисуса Христа. Сеять в людей надежду. Вот. Желаю всем крепкого здоровья, благословенного дня. Храни всех Господь. Аминь.